Из всего, что я видел в битвах Фронтира, пилот — это высший хищник. Быстрый и ловкий, полный грации и разрушающей силы, проницательный, находчивый и неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владея обманными маневрами, он способен переломить ход даже самой неравной битвы. Но что действительно отличает пилота от пехоты и техники на поле боя, это связь между ним и Титаном. Его могут остановить только превосходящие силы, либо равные ему. Фронтир — это мой дом, единственный, который я знаю. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Диметрии и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Я, стрелок ополчения, сражаюсь за свободу Фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Но когда этот день настанет, я надеюсь быть достойным. Начнем, Купер. А, черт. Похоже, установки сброшены. Придется калибровать заново. Ну как тебе, Купер? Все, мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил с прошлого раза. Установка нейронной связи. Это не совсем связь с Титаном, но похоже. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Ого, намного лучше. Твое обучение не входит в число моих задач, но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Вот так, прыжок и готово. Сегодня много дел. Ускоримся немного. Активирую прыжковый модуль. Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Когда прыжковый модуль адаптируется к твоим движениям, ты к нему привыкаешь как к родному. Прекрасно, да? Сделано по мотивам моей родной гармонии. Я там вырос. Вот за что мы сражаемся, Купер. За миры, где есть что-то кроме металла и дыма. За свободу жить в гармонии и процветании.
Давай удостоверимся, что прыжковый модуль настроен. Попробуй пробежать по стене. Отлично, ты освоил движение. Сюда, осторожно. Простой двойной прыжок. Повторяй за голограммой. Со времен битвы при Диметре мы отбили больше четверти фронтира. Ополчение теперь лучше организовано. У нас все больше добровольцев. Таких, как ты. Раньше мы от них бегали и прятались, а теперь сами их преследуем. В бою все идет не так, как ожидаешь. Будь готов использовать любое оружие, что найдешь на поле боя. Это только некоторые из моих здешних находок оружия. Пора на стрельбище. Заряжай. Чтобы стрелять точнее, используй прицел. Хорошо, потренируйся еще, если хочешь. Иди на полосу препятствий. Ладно, у меня для тебя новое испытание. Норматив 2 минуты. Чтобы продолжить, старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. В бою пилоту нужна гармония между скоростью и меткостью. И другое одинаково важно. Полоса препятствий помогает нам до автоматизма оттачить наши навыки. Помни, по стене ты бежишь быстрее, чем по земле. Попробуй. Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Поздравляю с новым рекордом. У всех есть сильные и слабые стороны, так что пройди это испытание несколько раз с разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Что ж, раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против голограмм других пилотов? Сразу предупреждаю, эти голограммы записаны лучшими пилотами РСП. Победи их, и ты на полпути к тому, чтобы стать настоящим пилотом. Можешь проходить полосу препятствий сколько захочешь. Как закончишь, подойди, покажу тебе кое-что особенное. С полосой препятствий все? Посмотрим, что там еще. Хорошо, тебе это понравится. Тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота, Титаном. Давай-ка его вызовем. Это ж вроде дозволено только пилотам, нет? Купер, это всего лишь симулятор. Это не настоящий бой. Ладно, так. Нам потребуется больше места. Это мой напарник Бити. Он титан класса «Авангард». Собственная технология ополчения. Наш первый собственный корпус титана. На этот раз нам не пришлось красть у АМС. Давай, стрелок, вызывай своего первого титана. Посмотри в небо. Вон он. Ладно, стрелок, тут скоро будет очень жарко. Вытаскиваю тебя. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться! Полегче, Кол, он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Сейчас будет готов, не сомневайся. Да, сэр. Личному составу занять боевые посты.
Это не учебник. Внимание! Они нас убивают. Ну, пытаются. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Мы еще сделаем из тебя пилота-стрелок. Но не сегодня. Нет времени. Ластимоза! Андерсен. Сын, увидимся. Сегодня мы увидим новую планету. Может, даже погибнем на ней. Увидимся, Купер. Удачи. Купер, живо вылезай из симулятора и двигай к десантному кораблю. Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов санфентанила. Побочные эффекты. Тошнота, головокружение, нарушение двигательной координации. Досталось, Купер. Держись. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Ластимоза, на подходе вражеские титаны. Высшие хищники. Принято, Бити. Наемники. Купер, не высовываться. Бити, пойдем.
У нас 18 часов, пока ковчег не будет запечатан и готов к доставке. Шевелитесь! Эй, Рихтер! А ну оставь трупы в покое, псих! У нас есть работа! Нам не заплатят за уборку дел! Пошли! Бити, передаю права новому пилоту. Связь. Браво. Браво, танго. 7-2-7-4. Купер, возьми мой титан. Используй мой шлем и прыжковый модуль. Учеба закончилась. Позаботься о нем. Мало энергии. Недостаточно энергии. Мало энергии. Недостаточно энергии. Ковчег отправляют на корпусирование. Технари разработали новый корпус. Блиц хочет, чтобы до прибытия Дракониса эту огневую базу охраняли минимум 4 группы. КАП-1 на палубе! КАП-1, отмена! Вы нужны мне в испытательном комплексе. Альфа-6, переместитесь на огневую базу. Принято. Идем. Гранатометчик пополнения, уцелевшим ополченцем. Мы перегруппируемся к маяку АМС. Координаты 772981. Кто-нибудь меня слышит? Говорит, держать, держать,
Внимание ополченцев! Говорит генерал Мардер из АМС. Вы нарушили суверенное право. Мое краткосрочное предложение – амнистия. Сдайтесь представителю или солдату АМС. Если откажетесь, то будете уничтожены. Какая разница, кто отдает приказ? Близкие его наемники, генерал Мардер. Нам платят в любом случае. Главное, чтобы эта хрень в горах заработала по графику. Правда, потому что они говорят, что... Блин, я что, похож на спеца? Но если это правда, ополчению скоро придется очень несладко. Thank you.
позиции! Противник! Обращаюсь к ополченцам. Здесь на планете Тифон. Планета находится под контролем АМС, но вне наших объектов обитает много диких тварей. А мы не контролируем природные ареалы. Сдайтесь, и мы обеспечим вам личную безопасность, как военного. Okay.
своему экипажу. Джеймс Маккаллум отправили для уничтожения исследовательского комплекса АМС на Типоне. Все вы здесь, потому что решили принять участие в платном деле. Вы хотите изменить мир к лучшему? У вас хватило отваги, чтобы встать плечом к плечу со страшной свободой Фронтира. Поодиночке. АМС просто перебили бы нас всех, чем они и занимались. Не выйдет. Близк нам этого не приказывал. Я его не боюсь. Наемниками меня не запугаешь. Мало энергии. Недостаточно энергии. Энергия 2/3. Электронный мозг перезапущен. Зрительная система работает. Настраиваю фокусировку. Пилот, все нормально? Вроде да. Ты назвал меня пилотом? Да. Покойный капитан Ластимоза назначил вас временным пилотом. Поздравляю вас с повышением. Можете называть меня Бити. Бити, понятно. Мои системы перезапускаются, но третья батарея ускорит этот процесс. Я останусь здесь. Пока не могу передвигаться, постараюсь помогать вам советами через шлемофон. Обеспечит всем сдавшимся безопасное возвращение в исправительное учреждение город Ангел. Советую немедленно сдаться любой поисковой группе АМС. Пилот, категорически не советую вам сдаваться АМС. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Не вам. Но рекомендую уходить. Отряды утильщиков АМС на подходе. В смысле, я тебя не брошу. Способность действовать в некоторых ситуациях без своего титана – обычное требование для пилота. Это самое.
удаленного сканирования перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. Думаешь, мы выживем, Бити? Выбор у нас небогатый. Импровизировать и приспосабливаться или погибнуть. А долго ты служил с Ластимозом? Капитан Ластимоза был привязан ко мне 973 дня назад. Что-то мы с тобой затянули, пора заканчивать. Учту. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Бити, чей это голос? Это командир мародеров из разведывательного спецподразделения ополчения, сокращенно РСП.
Ее зовут Сара Брикс. Бити, на этом корабле есть кто-нибудь живой? Нет. Сканирование не обнаруживает на борту МСС Джеймс Маккаллум признаков жизни, но 90% шлюпок были выпущены. Надежда остается. Мы будем все вместе. Отряд утильщиков «Гамма». Возле разбившегося Маккаллана находится «Титан» класса «Авангард». Серийный номер «Браво-Танго-7274». Доставьте-ка мне его. Это весьма ценная находка. Прием. Принято. Такое не каждый день. Отряд утильщиков «Гамма» в пути, конечно. Наше местоположение раскрыто. Эти дроны-разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Хорошо. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливай нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 2.1.7. Я засек приближающихся врагов. Директива номер 3. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен. Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратного врага, отпустите кнопку. Установка в салончик работает.
Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Пилот, засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Да, надо просто убить парочку злодеев. Рекомендуется поддерживать позитивный настрой. Титан ополчения, номер корпуса 57274. Неплохо, пилот. Неплохо. Чёрт бы, авангард! Титан врага уничтожен. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АМС. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить. Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться.